А кто же будет сегодня со мной спать? Наверное, ты, Хрюндя, и ты, Чебурашка. Ну все, спокойной ночи. Надеюсь, с вами крепко посплю. Ты собралась спать, а я не собирался. В смысле? Ведь ты не ответила на один самый главный вопрос. Почему пингвины не летают? Они же птицы. Либо же вся наша жизнь игра, и нами играют великаны. Ой, да ладно, все, с тобой неинтересно. Подожди. А вдруг твои игрушки разговаривают и ночью готовят на тебя покушение? Точно. Каждый ребенок такой. Ладно, давай с тобой запомним. Это зеленый цвет. Скажи, зеленый. Ну ладно, это красный цвет. Красный. Блин, жопа какая-то. Жопа. Луана, только не это. Жопа, 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 жопа. Луана, тише, тише, это плохое слово. Жопа. Ой, какая миленькая девочка. Как ее зовут? Луана. А ты, Луана, в садик ходишь? Жопа. Перед вами, дети, картина «Три медведя». Скажите, пожалуйста, что вы на ней видите? Жопа. Ты, наверное, хотела сказать «животное». Не жопа. Что такое? Ну что, как там у Луаны дела? Дай мне ее к телефону. Жопа. Она сейчас спит. Ничего я не сплю. Дай мне бабушку поговорить. Бабуля, а я новое слово выучила. Жопа! Что?